сегодня праздник для зрителей. После окончания концерта я приглашаю всех на площадь, где состоится праздничный фейерверк. Честь Амелии Леонтьевне. А еще сюрприз для зрителей. Ты знаешь, Валера, вот мы сегодня задали вопрос. А правда ли, что Валерий Яковлевич объявил прощальный тур и уходит со сцены? Минуту. Валера, 37 лет, которых нас связывает вместе, нашей и побед, и радости, и огорчений, все было. Я понимаю, что ты не позволишь сказать мне «нет». Это правда. Поэтому я, без согласования с тобой, объявляю 19, 21, 22 марта 2020 года гастроли в БКЗ. Правильно, Валерий? Ну, тут и надо заканчивать тур. Не в